Мы снова в сборе, это театр импровизации на весу. Что-то с ртом? Зыкины дети. Да, да. Снимать кино очень просто. Достаточно какой-то странный объект, ну вот, например, сельдерей, да? И в каждой сцене достигать максимума. Я вас уверяю, что мы прямо сейчас можем снять отличное кино, которое разлетится по интернету. У нас будут куча лайков, куча просмотров и деньги. Деньги — это то, что нам нужно. Кто в деле? Я за деньги. Деньга и сверху еще денег. Два его. Самое лучшее воспоминание с детства — это когда папа... Смотри, задумка такая режиссерская. Ты говоришь, а самое лучшее воспоминание с детства? Право, не знаю. Да не было ничего такого в моем детстве. Хотя, вы знаете, нет, один раз все же кое-что достойное упоминание случилось. Миша. Это сельдерей. Миша. Ну, то есть, короче, разгон. Я чувствовала, что нужно делать. Сейчас режиссер почему-то считает, что знает, что я должна чувствовать, что я должна делать. Учит меня этому. И тем самым отрицая мое право на собственное чувство, на собственную жизнь. Пихивает мне этот сельдерей. Вот это должно быть самым ярким воспоминанием из моего детства. Самое яркое воспоминание из моего детства совсем не этот сельдерей. Но я не могу сейчас об этом рассказывать. Никто никогда этого не знает теперь. Ну хватит! Роман, скажите, пожалуйста, вот мы слышали интервью, вы говорили, что удалось выжить максимум. И ситуация — это лучшее, что можно в данный момент было сделать с этими прекрасными актерами максимально. А поговаривают, что скучновато. Врут. Постой, Евгений! Нет. Не совершай опрометчивого поступка. Нет. Отпусти меня. Ты горько пожалеешь об этом. Я уже пожалел. Лекарство в заднем кармане, ты можешь взять? Я жду. Могу. Шнепы. Поставил. Летели. Я думаю, что будет бурный осень. А это максимум. Благодарю. Всех благодарю. Это спасибо, максимум. Друзья. Аплодисменты. Максимум, да. Друзья, это максимум. Меня. Все аплодируем. Аплодируем. Диалог о бывшей любви. О любви к бывшей? Да, к бывшей. Максимум. Максимум. Молодцы, я считаю, ребята выжили максимум. Ребенок моет ноги в раковине. Как же так? Ведь я же Филимон. И заменили легко вот так. Я думал, я незаменимый, понимаешь? Я думал, что без меня невозможно такое снимать. Нет, они сняли и легко достигли максимума. Максимума достигли. Меня с квадрокоптера снимали однажды. Я помню. Это чувство, когда ты сидишь на земле, холодная, над тобой реют квадрокоптеры. Она мне свои сесерти посылала. Минута не прошла. Она не успела, я максимума не достиг. Ля. Подарки пришли. Ну что, танцуем? Ну хорошо. А что молчим-то? Нужно же больше восторгов. Господи, наконец-то, слава богу, мы тут так должны такое веселое. Ждем. Вот кто пришел? Посмотрите, что у меня есть. Вокруг елочь. Елочь. Давайте побежали. Смотрите, вот. Там зрители уже ждут, собрались. Вот. Где радость? Где искренняя радость? Это не максимально, это максимум. Где искренняя радость? Это максимум. Они заказали сериал в подобном стиле. На максимум. Здесь написано, шар вышка связан на шоссе. На фабрике максимум. Фабрика большевичка. Мне стыдно. Это нормально. Я тоже, когда снимал этот фильм, мне казалось, что ничего не выйдет. Но когда мы посмотрели материал, мы ужаснулись. Кажется, это станция сельдерей. Вы знаете, мое одно из самых крупных режиссерских фиаско было,
когда я одну актрису заставил Сельдерей играть. Как я вас понимаю? Пришлось, и это был максимум, который мы могли извлечь из данной ситуации. Ля, 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 ля.